Как тебе твоя дорога? Она полна сюрпризов. А ты как? Когда Форд открыл врата, мне рассказали, что мой муж пошел меня искать. Но до Форда он сам не дошел, только весть. У тебя есть муж? Кендерт. Обставила его в рукоборье. Ушла из жилы и от него ушла. Торговцы металлом видели его у моста рядом с проблеском. А поскольку ты у нас вольная путешественница... Буду в той стороне, поищу его, но... Ты-то хочешь, чтобы он тебя нашел? Бывают ведь вопросы, на которые сама не знаешь ответа. Ну ладно, мне пора в форт за припасами. Удачи в странстве. Вот тот мост, о котором говорила Джира. Теперь надо поискать следы. Тут столько людей прошло, что и не сосчитать. Но у того человека была телега. Он сошел с дороги. Тут след обрывается. Очень странно. Что-нибудь еще? Чьи-то пожитки. Кендерта? Тут разбросаны товары. И еще я вижу кровь. Либо он упал, либо... Много крови. Плохо дело. Больше крови не видно. Наверное, он замотал рану. Похоже на сундук работы Азирам. Но хоть след хорошо виден. Надеюсь, он в порядке. Как же я рад тебя видеть. Ты Кендерт? Я подруга Джиры. Да, а я муж Джиры. Она узнала, что ты пропал. Сказала мне. В чем дело? Я пошел за ней. Налетела песчаная буря, хотел укрыться, да не вышло. И вот я красный, как жрец Карха, а по моему товару топчутся бизоны. Таким дураком себя выставил, нарочно не придумаешь.
Но может, ты подберешь мои бутылки? Те бутылки, вокруг которых ходят бизоны? Я не гордый простой бражник, и, может, бутылок 5 этой браги Джерри будут дороже меня. Чувствовал.
снег кусается. Охотница, спасибо. Отборнейшая брага Азерам. И в стужу тебя согреет, и шестерни хорошо прочищает. Что ж ты пошел, не подготовившись? Ну вот как бы тебе объяснить? От любви. Когда жена собралась уйти из жилы, я обратился к старейшинам. Тебе их ответ точно бы не понравился. Заинтриговал. Нет. Я и так уже вырыл себе яму, размером с Громозева. Зря я сразу не пошел с ней. Это я уже понял. Может, еще не поздно. Она сейчас в Солнечной башне. Удачи. Милостивое солнце. Дом охотников возглавляет женщина. Что дальше? Женщина станет королем? Хватит здесь болтаться. Шагай отсюда. Одни неприятности. Больше ничего нет в землях Банук. Искорка. Не видала моего-то? Я его нашла. И думаю, вам с ним будет о чем поговорить. Я люблю байки. И выпивку. Потому дело и спорится. Все это будет. Кендерт хочет быть с тобой. Он жалеет, что внял словам старейшин. В жиле бабы знают свое место. Их слова. Это солнце Карха припекает им мозги и внушает мысли. Это племя. Нельзя держать зла. Так с ума сойдешь.
мой дурачок. Как мне тебя отблагодарить? Здесь всегда найдешь полную кружку. Будет полегче. Начинается.
Здесь... Металлические цветы. А почему бы и нет? Странный рисунок.
Какая-то фигурка. Кажется... Это банук. Они остались не от предтеч. Это новая поросль. Все хотят, чтобы жизнь была красочной. Иди, давай поговорим. О чем ты хотел говорить? Ты же странница, да? Охотница. Я тоже таким когда-то был. Иногда я скучаю по ярким цветам диких садов. Кстати говоря, я хотел спросить, не попадался ли тебе один странный цветок? Он из железа, как машина. Другие цветы образуют вокруг чудные узоры. Такие цветы пользуются у моих клиентов большим спросом. Принесешь мне таких? Дам взамен кое-что ценное. Говоришь, ты был охотником? Вроде того. Аристократы любят украшать цветами свои балконы и сады. Взяв лук и копье, я ходил в походы. Я прославился тем, что выискивал самые редкие цветы. Ни разбойники, ни машины не могли помешать мне добыть их. Что случилось? Случилась любовь. Моя лапуля волнуется, когда я ухожу. Теперь я скупаю цветы у тех, кто не скован узами. Не жалеешь, что вот так скован? Ничуть. Свобода сладка. Но объятия моей милой Тирадины еще слаще. Железные цветы. Что это такое? Никто не знает. Говорят, они начали цвести 20 лет назад, когда машины обезумели. Может, они вырастают из слез солнца? Ведь у него много лиц, так ведь? Сегодня гневно, завтра спокойно. Может, оно плачет о нас, когда гнев проходит. Ох, давай же поторгуемся за эту красоту. До встречи, благородная Нора. Я хочу обсудить с тобой один животрепещущий вопрос. Вижу, ты вернулась. Нашла реликвии, банук? Ты готова? Давай торговаться. Ты сказала, что ведешь дела за банук. Да, я много раз бывала в Бануре, и их вожди мне доверяют. Я поддерживаю их дипломатические связи с Карха. Банук считают загадочным народом, но их общество устроено логично. Все, что нужно, быть самым лучшим. Неважно, аристократ, простолюдин, мужчина, женщина. Они уважают мастерство, а не всякие там родословные. Это разумно. Не все это понимают. Тех, кто отличается, у нас просто считают дикарями. Расскажи мне о фигурках банук. Эти фигурки из дерева вырезал Арнак, легендарный охотник, которого изгнали из Банура за убийство вождя. Он оставлял их рядом с наскальными рисунками в местах, напоминавших о родине. Потом его признали невиновным. Племя считает его странствующим героем и хочет вернуть фигурки. Я помогаю им, как могу. Если у тебя есть, я бы купила. Если найдешь артефакты банук, приходи. Я бы хотела с тобой кое-что обсудить. Ну ладно, о чем поговорим? Ты странница, что хорошо, но ты Нора, что, конечно, плоховато. Ты тоже боишься руин предтеч, как твои соплеменники? Нет. Хотя руины опасны. Тогда ты могла видеть то, что я ищу. Не встречала ты необыкновенные сосуды, щедро украшенные символами предтеч. Они выглядят как полый цилиндр
с ручкой в виде полумесяца на боку. Я с удовольствием отдам тебе любой товар за набор из 4 таких сосудов. Ты интересуешься предтечами? Не просто интересуюсь. Я изучаю все древние артефакты, какие только могу найти. Но с годами я слишком привык сидеть за столом. Если честно, я и солнце-то не выношу. Даже не знаю, как я буду жить в супружестве. Семья требует наследника. На меня не смотри. О, нет, 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 не смотрю. Собственно, отец уже выбрал для меня невесту. Но она мне совершенно неинтересна. Был бы у меня брат, чтобы взять эту ношу. А я бы спокойно занимался своими исследованиями. А в каких обрядах их использовали? Я убежден, что эти сосуды применялись все вместе, в наборе. Есть версия, что они были нужны для чайных церемоний. Или что их наполняли благовониями и священными маслами. Но я считаю, что эти сосуды использовались в ритуале бритья бороды. Один для воды, а другие для притираний всяких. Каждое снадобье в своем сосуде. И каждое наносится на лицо в церемонном порядке. Как это было величественно! Но в каком сосуде что? Я должен знать, нужно продолжать изыскание. А может, люди из них просто пили? Пили? Из такой утонченной посуды? Что за чепуха? Да-да, скорее, меня ждет работа. Отправляйся на охоту. И непременно пошарь в руинах. Сильная и опытная. Да. Нам есть что обсудить. Зараженные рыскари стоят на страже. Затмение и зараженные машины действуют заодно. Одна счастливая семья.